Привет! Мы неожиданно продолжаем наше путешествие. По плану с Батуми я должен был ехать один. Но, проехав путь до Батуми, решили, что можем и хотим ехать дальше вместе. Вроде собрались. Да! Что да? Вроде собрались. Ту-ту! Ту-ту! Мы думали, нам не нужен второй багажник, оставили его в Караганде. Ну да! Вот. Оказался нужен. Ну, так что да. Положили рюкзак на него. Не знаю, насколько это надежно. Ну да! По ходу движения выясним. Ну все, мы поехали. Ну да. Фу, выехали из Батуми. Проехали 15 километров, чтобы выехать за город. Да. Еще такой индустриальный район, столько всяких грузовиков, машин каких-то, что-то все продают, да. Покупают. Угу. А впереди там сейчас будут горы. И речка. Еще раз скажи. Дальше еще путь вдоль нее ехать, посмотрим. Ну да, тут вот идти. Едем по дороге, которая идет от Батуми в Акалцихе. Посмотрим, что нас ждет. Сегодня пункт назначения водопад. И мост Тарицы Тамары. Наверное, ничего не слышно, очень много машин. Посмотрим. Погнали. Давай запишем видео. Мы записываем. Ну, вот такой хороший вид. Вон горы там вдалеке. Ну, не вдалеке, мы наоборот с ними близко. Ребятки. Чу-чук. Видео делать? Да, едем по горной дороге. Да. Сейчас покажу реку. Река, да? Не видел еще такой. Ну, теперь видишь. Ну, да. Так, ну, вот скалы. Папа, покажи скалы. Вот скалы, да? Да. На которых вон можно целое поле ладить. Кукурузы, смотри. Да, конечно. Видишь? Смотрите. Ты да. Видишь его? Да. Ну, там. Ту-ту! Остановились попить воды. Какой-то родничок небольшой. Подняли тебя, что ты хотел сказать? А, здесь паук такой большой. Ну, не очень большой, но достаточно большой. Все, поедем дальше. Да, но дорога в горах еще проходит вообще классно. Все, поехали. Вот о водопаде мы. Людей вообще миллион. В этой локации еще, оказывается, есть какой-то каменный мост через реку. Кажется, это мост Царицы Тамары. Но я не знаю, что это значит. То ли она его построила, то ли в честь ее построили. Что это значит? Не знаю. Надо почитать. Тоже здесь людей много. Какие-то кафе.
рафтинг, зиплайны. Облагородили. Вот, едем по дороге, вон голый, ну вон самая высокая гора, как я понял. Вон та, видите, черненькая такая, ту-ту. Ну, а все такие светленькие. Ну, видите, вот так, папа, покажешь вон ту голову. Показываю. А вот еще одна голова. Ага. Вот. Ну так, здесь красиво, да? Да, красиво. И еще мы нашли мед, где... Где были пчелы? Остановились на обед возле реки, возле дороги, под яблоней. Сейчас будем готовить обед. Сегодня у нас овсянка с изюмом. Еще лепешка из Батуми и яблочки с деревьев. И мед. Да, и мед. Вот речка, возле которой мы сделали привал. Походим по ней. Проехали сегодня 50 километров пока. Да. Еще, наверное, немного проедем и будем искать место, где бы нам остановиться. Ну да, ну чтоб были вот такие камни, чтобы они нас укрывали вместо шпальника. Да? Да. Хорошая идея. Нашли какой-то мост через реку, пешеходный. Прикольно. Остановились на ночлег возле речки. Разожгли себе костер. Сделаем чай, наверное. Рисуем. Уже поставили палатку. Проснулись, собрались и собираемся ехать. Ночью дождя не было, был просто туман такой сильный, то что все было мокрое. Тут вон облака над горами, прям низко-низко. Не знаю, видно там, нет. Едем по ущелью. Уже встало солнышко. Ну, в смысле, оно давно встало, но тучи развеялись. Вот так мы выглядим. Спуск. Вау! Только что поднимались на подъем. Теперь спуск. Надо тормозить уже. Возле дороги нашли еще один мост, как вчера. Но здесь вообще никого нет. Ну, вроде есть какие-то беседки, но не так оживленно, как там было. Хотя мост абсолютно такой же.
Едем в подъем. Да. Ну, уже пошел подъем, как бы сказать. Ну да, почти уже на вершине мы. Дорога вообще восхитительная. Да. Посмотрите, какая ливая. Да, это наша хорошая дорога. Посмотри вокруг, горы, речка. Да, вот видите, такая ту-ту, ту-ту, речка такая. Речка ту-ту? Ага. Вот, вон там речка ту-ту. Скажите пару слов. Шикарно. Вот теперь я чувствую, что дорога вверх пошла. Mm-hmm. Ну а да. То вчера как-то было ровненько. Пошел дождь, мы укрылись в какой-то беседке. Ну да, это беседка, в ней не хочет жить наш друг Джек. Ну это такой кошонок, пойми, Джек. Тут какая-то заброшенная кафе или что. Мы остановились обедать рядом. Пошел дождь, мы зашли под беседку. И тут жил котенок. Ратибор назвал его Джек. Горном городке называется Кхула. Да, но он довольно мелкий, как жук, посмотрите. Ну, тут не видно, конечно. После обеда мы всю дорогу ехали под дождем. Проехали после обеда немного, 12 километров, но зато набор высоты у нас был нормальный, метров 400 с той точки, на которой обедали. Вот. Завтра нас набор высоты еще больше ожидает. Здорово. Остановились в каком-то отельчике, потому что у нас промокло, нужно просушиться. Вот. Привет! Выехали из деревни Кхула. Да! Сейчас у нас 5 километров будет дорога вниз. Да! Дорога тут асфальтная кончилась. Да, это непонятно, почему. Но вокруг вообще вид, конечно, классный. Да, посмотрите, гора там, ну ее почти не видно, вы же видите. Ну сзади нас тоже есть гора. Теперь понятно, почему навигатор отказывался нам прокладывать здесь маршрут. Местами дорога была вообще смытая сильно. Вот видите, какая клевая. Нет, здесь хорошая дорога. Да, она везде была хорошая, просто в некоторых местах была сильно размытая. Там был ремонт и прочее. До перевала нам осталось километров 20, наверное. Точно не знаю. Остановились показать, какой красивый вид. Да, сын? Ратибор! Да! Давай. Thank you.
Только что встретили человека из Темиртау. Город рядом с Карагандой. На машине они ехали откуда-то с перевала. Да. Удивительно. Так рады встретить земляков. Остановились на обед в восхитительном ресторане на крыше. Там внизу дядька печет лепешки. Пустил нас к себе на крышу. Да. И вот такой у нас будет восхитительный вид. Тутанский вид. Да. Это не знаю, скольки звездочный ресторан это получается. Вот видите. Сейчас пойдет дождь, похоже. Да, вот видите, там вообще темные тучи. Да. На меня уже капает. Уже капает. Приезжай, есть место. Подъезжаем к перевалу. Да. Был мощный дождь, град. А теперь тут по дороге течет река. И мы вот тут только что пытались ехать. И впереди сейчас тоже будем по этому как-то ехать. Передвигаться, я бы сказала. 2 километра назад, когда обедали, было 25 градусов или 28. Жара, солнце. А сейчас уже 13. Едем дальше. Новый вид спорта на велосипеде по реке. Сплав. Машина не может заехать, а мы премся. Нас переправляют на эскалаторы. А, еще чуть осталось до перевала. Да, уже видно. Вообще круто. Мы его уже видим. Но до него еще 3-4 километра ехать. Покажи. Вот там он. Найдите Ратибора. У него плащ-палатка. Когда ехали, был град. Он даже еще не растаял. Поднялись на перевал. Да. 2050 метров. За 3 дня, получается, мы с Батуми поднялись вот на 2000 метров. Под конец вообще было супер просто приключение. Конечно. Под конец пошел такой сильный дождь, то что по дороге просто текла мощная река. Мы сначала по ней ехали, и там прям она стекала в обрыв. Мы подъехали к этому обрыву. Думаем, ну что, идти, не идти? Ну, очень мощный напор был. Ну, думаю, ладно, сейчас попробуем. А рядом стояли экскаваторщики. Они давай нам что-то сигналить, стойте. Ну, мы остановились. Они, значит, подъехали на экскаваторах. Посадили, Ратибора взяли в кабину, перевезли его через реку. А нас по одному в ков с велосипедами сажали. И через речку ковшом перевозили. Пап, смешно.
Да как не весело, весело было. Да, конечно. Говори. Говори. Мне там мама переживала, если вы были на крыше там. Ну, мы же в ковше были, весело было. Да, Тиборю даже кофту одели там. Даже ему кофту подарили. Подумали, что он замерз. В общем, было вообще супер. Что это? Потом... летает? Не знаю. Потом проехали где-то километр, встретили французов на велосипедах, тоже пару семейную. Они в обратную сторону, значит, спускались с этого перевала. Мы, значит, такие в шортах, в сандалиях, они в куртках, в шапках. Говорят, там наверху холодно. Мы такие, окей, thank you. Что сказать? Говори. Давай. И еще кухи. Ту-ту. Пойду я в туман. Пошли в туман. Идем! Привет, доброе утро. Доброе утро. Отправились в путь. Смотрите. О, какие телята. Спустились с перевала. Да. Спускаемся. Переночевали. Там был классный рассвет. Через 15 минут туман. Через 15 минут опять солнце. Да. В общем, супер было. Да. Порвалась цепь у нас. Будем делать ремонт. Произошло это на спуске, а не на мощных вчерашних подъёбах. Да. После спуска местность поменялась. С этой стороны на склонах кусты. Пока ещё деревья, зелено. Ехали городу Околцехе. На фоне, если видно, крепость городская. Не помню, как называется, древняя. Выглядит красиво. Думали, спустимся с перевала сухими, но нет. 5 километров назад промокли. Уже почти высохли. Да, и уже высохли. Выехали из Околцехе. С утра
пасмурно и сухо, ехать замечательно. До Боржоми осталось где-то 15 километров. Дорога преимущественно вниз. Но всегда есть холмики, на которые нужно заезжать, а потом спускаться. Мы в Боржоми. Едем на горячие источники. Вчера вечером что-то мы не записывали. Никаких видео. Наш приезд. Да. Сейчас утром проснулись. Ставили вещи. Налегке. И налегке едем в гору. На горячие источники. Сегодня у нас день отдыха, да. Мы никуда не едем, поэтому решили, надо в горку съездить, чтобы лучше отдохнуть. Ну, конечно, там хорошенький подъемчик. Да. Ну все. Ну, конечно, там наверху горячие источники. Едем по лесу с горячих источников. Как выяснилось, мы ошиблись. Это были не горячие источники, а просто серные источники. И они такие чуть теплые. А мы что-то так думали. Горячие источники, сейчас как нырнем. Да. Но, конечно, дорога до этих источников по лесу идет хорошая, красивая. Можно погулять. Уезжаем из Боржоми! Да! Едем в Тбилиси! Да! До Тбилиси нам 170 километров! Конечно! Ну, за дня 3-4 доедем. Ну, или за один. Или за один. По карте увидели какое-то озеро, хотели на него заехать, но там оказалась глина. Мы какое-то расстояние ехали, но у нас потом просто забились все колеса. Вот. Так что возвращаемся на дорогу и едем дальше в Тбилиси. Проезжаем город Хашури. Вдоль дороги продают очень много гамаков. Конечно. И всяких таких подвесных штук. Вот. Представляете? Было очень много. Конечно, он большой, но... Хашури – гамаковый город. Остановились на ночлег. За сегодня мы проехали 70 километров. От Боржоми дорога вся идет по шоссе. Очень много машин, шумно. Еще кое-как себе нашли место для ночлега.
3 километра от трассы отъехали в сторону. Потому что все засаженное кукурузой, дынями, помидорами, картошкой, я не знаю, все, что есть, все видели. Нектарины, яблоки, нектарины. Везде поля. Везде поля. То есть яблоки. Вот нашли какое-то местечко сосновой рощи, или как это называется. Поставили палаточку. До этого хотели остановиться на ночлег возле дороги, какое-то было заброшенное кафе. Там так было красиво, такая ива росла. Уютная терраса. Терраса, да. Сели там, ну, там автострада и столько машин, так шумно, то что собрались и поехали. Едем дальше. Сейчас с утра едем по автостраде. Вообще очень шумно. Нам еще осталось 800 метров до поворота, и мы наконец-то уже с нее съедем. И уже будем по каким-то второстепенным дорогам ехать до Тбилиси. Сейчас пункт следующий — Гори. Да, город Гори. Там, наверное, полденечка отдохнем. Погуляем. Там есть рядом какие-то пещеры, у Полисцихи называется. Приехали в Гори. Поднимаемся на крепость. Вот есть крепость. Еще были возле музея Сталину. Папа! Сварили там себе кашу на обед. Скажи, что я это вам показала, эту крепость. Это сын нам показал эту крепость. Ну да, мы тогда хотели залезть. Ага. Подъезжаем к Уплесцихе. Скажи, пещерам. Пещерам, да. Там где... видно пещеру? Еще пока нет, но здесь очень красивые скалы. Вон там, вон то похоже пещеру, да? Сейчас узнаем. Добрались до Уплесцихи. Это древний пещерный город, один из первых городов Грузии. Да? От Тбилиси нам осталось 60 километров. Вчера нашли классное место. Конечно! Спали здесь. Воды у нас было много. Там река, здесь ручей. Там арык. Да. Ну, как видите, у нас все тут в порядке. И нашли мы, кстати, ложку, ложку у автоботов. Да. Все, собираемся и выезжаем. Подъезжаем к городу Мцхета.
В общем, в этом городе он находится на слиянии двух рек Мгтвари и Арагви. Это тоже древний город. Мы в городе Мцхета. Гуляем. Гуляем, смотрим достопримечательности. Вот дерево инжира. Он что? Падает на землю и просто вот расплющивается. Да, вот вообще. Спело. Там, наверное, не видно, но... Все усыпано инжиром. Но он никому не нужен. А мы не достанем. Да. Сейчас немножко погуляем и поедем в Тбилиси. Нам осталось всего 25 километров. Привет, мы в Тбилиси. Привет. Да. Вот, завершился этап наш следующий путешествие. Да. Ну, кстати, мы уже здесь нашли квартиру. Да, нашли себе квартиру. Расположились, гуляем да. по городу. Пока мы отдыхаем в Тбилиси, а дальше мы посмотрим, что нас ждет. Да. В общем, наше путешествие длилось 15 дней, велосипедное. Проехали за это время мы 750 километров. 750? Да. Вау. Ну, наверное, больше чуть, я точно не знаю. Да. Красавчик. Да, конечно. Пока.